На заседании «Единой России» о нарушениях знают, при этом о фактах подкупов говорят очень деликатно. По словам секретаря регионального отделения «Единороссов», на данное время поступило 11 жалоб на участников праймерис. Больше половины из них в адрес Николая Будуева. Сегодня перед Тиньком мы показали тех людей, которые признавались и на камеру говорили о том, что да, их подкупали. Это будет считаться доказательством? Ну да, это очень серьезный, конечно, факт. Будем рассматривать. Будем рассматривать на организационном комитете. Какие будут выводы оргкомитет делать, вы, уважаемые журналисты, поймите, я прямо сейчас не могу обережать события и лично говорить от имени оргкомитета. Это будет рассматривать оргкомитет. Представьте, я сейчас какое-то свое мнение скажу, а мнение оргкомитета может быть совсем другим. Верно? Поэтому мы все отталкиваемся от именно рассмотрения оргкомитета. По словам Владимира Павлова, если факты нарушений со стороны участников праймериз доказать удастся, то, возможно, эти кандидаты будут сняты не только с предварительного голосования, но и с сентябрьских выборов. При этом до полной отмены итогов праймериз не дойдет.